Исхарчила бы свою гадину туча. Чтоб ей заразе пусто. Развелось. Фу ты. И не прибьешь их, разве только накормить ее картищу как следует. А тень тебя грохнется и болит куда подальше. Пока не очухалась. Фу. Зараза. Thank you.
Welcome now! Все, братуха!
какой грех, балда? Музыка же искусство. Ты музыку слыхал вообще? Голоса бесовские. Ох, твою ж! Кто здесь? Чужак! Еретик! Ты с того поезда, да? Ну, здравствуй, браток. Здоров будь. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Тьфу, бесовщина. Во, видишь, сын, нормальный человек с обхождением, и нечего так нервничать. Вы уж это, на местных зла не держите. Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто. Вот они и обозлились. Ну и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот видишь, сын умный мой, тут если Силантия не слушаешь, житья не будет. Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик, пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадет. И что Катьку с малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобата с ними получилось. Я бы сам напросился. А что, стрелять умею. Тут после войны сначала такая жизнь была, что то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно, отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадет дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Еретику! Вот заладил. Грех, грех. Головой думать надо. Видишь, как так и живем. Ну, парень, ты иди, пожалуй. А то и вправду увидят, кто донесут. Ну и не поминай лихом. Испортил. Да я кресту за батарейки знаешь сколько отдал. Да я тебя. Во-первых, грех. Во-вторых, вы этой своей бесовщиной еретика накликали. Слава рыбе, мирный оказался. Больше так не свезет, небось. Ну и в-третьих, не дай бог донесут. Тогда и вам, и мне не сдобровать. Пойдемте-ка домой. И про все это забудем. И что еретика видели, и про технику бесовскую эту. Будто и не было ничего. Ладно, пойдем. Вы мне, батя, обещаете, что больше никаких глупостей. Не подставляйте меня. А я вам с Ленкой в следующем году внуков заделаю. Только вы смотрите им голову, не забивайте техникой этой. Грех!
Thank you.
Ха-ха!